серии проекта. Ну, это специальная обувь, а танцевальная на каблуке, вот, чтобы было удобнее танцевать. Хастл – так называется новое хобби Ильи. Танцует он 4 месяца. Доволен. Получил не только отличную физическую нагрузку, но и заметно расширил круг друзей. Интернет-знакомство прекратил. Говорит, теперь хватает реального общения. Естественно, появляется сразу осанка. Вот, и проще, так скажем, общаться с противоположным полом. Потому что здесь хастл – это социальный танец, и здесь на тренировках мы меняемся партнерами, партнершами. Вот. И как-то находишь общий язык с девушками, и не только в танце, но и в жизни, так скажем, словами начинаешь уметь подбирать какие-то нужные слова. Социальные танцы – категория танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами. Эти танцы основаны на активном контакте между людьми, для которых танец становится формой общения. В Красноярске зарегистрировано больше 20 танцевальных школ и студий. Из них примерно треть практикуют социальные танцы. Популярность такого досуга остается высокой уже несколько лет. По мнению психологов, это отличный способ развить коммуникативные навыки, а кому-то и личную жизнь устроить. Здесь меньше всего каких-то постановок и так далее. Люди учатся для того, чтобы встать с любым партнером и партнершей в пару и начать танцевать, начать диалог. У нас есть такие случаи, когда люди нашли друг друга, поженились и родили детей. Сегодня мы, как и прежде, будем работать над качеством взаимодействия, качеством ведения, качеством исследования. Мастер-класс от столичного гостя. Среди внимающих учеников Андрей Юлианович. Человек семейный, менеджер в торговле. По вечерам вот уже год танцует страстная аргентинская танго. Обычно с женой, но сегодня она приболела. Танго в юности для меня были танцы, составляли, большую часть жизни. Танго сейчас где-то половину жизни. Это отдушина, это молодость. Здорово. Для людей семейных совместное хобби – возможность укрепить отношения или открыть партнера с новой, иногда неожиданной стороны. Танго, на мой взгляд, это самое мужское занятие в мире. Потому что что может быть более мужским, как обнимать женщину? Мужчина ведет, женщина следует, старо как мир. Именно поэтому сейчас очень многие приходят в танго, потому что в наш век феминизации нам не хватает такого гармоничного распределения ролей. Женщины хотят быть хрупкими, чтобы их защищали, их вели. Хотят быть просто красивыми, а мужчины хотят быть главными. В аргентинском танго как нельзя лучше демонстрируется это распределение. Кстати, девочкам на заметку. В этой группе не хватает партнерш. Итоги нашего проекта подведем завтра. Как и где правильно знакомиться? Свои комментарии можете оставлять на нашем сайте www.trk7.ru. Татьяна Каминская, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.